Неделю назад на официальном сайте КФУ было запущено анкетирование выпускников Казанского федерального. Пройти тест могут и те выпускники, чей вуз вошел в состав КФУ при объединении. По словам руководителя проекта по взаимодействию с выпускниками Дарьи Долговой, на сегодняшний день анкету заполнили 450 человек. Уже сегодня можно сделать вывод, что выпускники продолжают интересоваться жизнью своего университета и готовы предлагать свои идеи для развития родной альма-матер. Сейчас мы развиваем сообщество выпускников КФУ. Большую работу системную проводим, и для этого мы хотим узнать мнение выпускников по таким ключевым моментам, как, например, поддерживают ли они связь с университетом, общаются ли они с преподавателями, с одногруппниками, есть ли у них потребности в получении поддержки университета, хотят ли они посещать наши мероприятия, какие мероприятия им интересны. Анкетирование проводят для того, чтобы узнать об основных потребностях и пожеланиях выпускников при составлении стратегии взаимодействия, а также для развития вуза. Ведь мнение выпускника по тому или иному вопросу может помочь в решении важных стратегических вопросов. Казанский федеральный не только дает качественное образование своим студентам, но и заботится о будущем своих выпускников. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.